заместителя, может быть, в этот же день будет решен вопрос о допуске кандидата. Как только этот вопрос решен, будет сразу вас обязан. Понятно. Документы вы все просмотрели, то есть набор документов. То есть дальше уже это работа конкурсной комиссии. Работа конкурсной комиссии. Они будут принять решение о допуске, она будет проверять полноту, правильное заполнение документов и уже принимать решение о допуске дальше уже 11 числа. Спасибо. По постановлению. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.